Поздравляем жену, дочку, внучек, всех. Сестер, родителей. А что означает для вас это свято? Женский день. Женщин не было, никого не было. Да, это праздник. Не знаю, в этот день хочется казаться особенно счастливой, любимой, красивой. Особенно, как посмотришь вот на первые весенние цветы. Это действительно праздник весны. Это международный женский день. День, когда как бы женщины защитили свои права, это естественно праздник, это праздник женщин. Поздравляем одногруппниц, мам, сестер, девушек любимых и сотрудниц, естественно. Ну вот, по мере силы возможностей дарим подарки. Звичайно святкуємо. В першу чергу це вшанування жінки. Київське безплатне. Розвінчення міфа, так сказати, слабого пола. Дарять подарки. Клара Цеткін ні при чому. А в чому ж розвінчення міфу? Ну, як говорять, що жінки слабий пол. Разве жінки слабий пол? Мужчини всі в день 8 марта ухажують за жінками. Кофе, цвіти, подарки, як ти не знаю. Вам це подобається? Ну, звісно, кому це не подобається. Звісно, подобається. Дома з сім'єю. У мене є жена, є дочка, є внук. А квіти вже приготували кому? Ну, от це я подарю їх на своє варто. Сьогодні подарю, а завтра будемо тортик шахтерський їсти. Обов'язково. Яким чином? У сімейному кругу. Чи будете вітати свою дружину? Дружини ні. Я відзначаю, у мене дуже гарний чоловік, який дарує мені дуже великий букет квітів, троянд червоних. Также у меня делает специально такой день, когда я отдыхаю, он все для меня делает. Это очень хороший праздник для меня. Я хочу, чтобы и все девушки, женщины, мамы, бабушки чувствовали себя красивыми и праздничными в этот день. Ну, праздник, весна, выходной. Ну, а так... Просто настроение праздничное. Ну а так больше ничего такого. На работе уже поздравили. Вот, цветочки подарили. Да, раньше он проставался хорошо. Сейчас уже, наверное, подзабыли, что это праздник такой. Для меня, наверное, это в первую очередь праздник весны. Вот ребенок скажет, что это не нас должно волновать. Должно волновать тех, кто нас. Радость, цветы, подарки, внимание в первую очередь. Праздник весны, любви, хорошего настроения.